Рекомендации перед пробежкой при застое желчи. Это стакан воды 51 градус с лимоном. То есть она должна быть такая горячая, если у вас есть застой желчи. А после этого вы делаете разминку, которую я сейчас вам покажу. Буквально несколько упражнений, которые помогут вам проснуться, разбудить себя, свой организм и начать бегать. Итак, начинаем с шеи. Легкие круговые движения. Назад, вперед, вбок, вправо, лево. По 5 раз нужно. Плечевой пояс. Вытягиваемся. Надо потянуться и проснуться. Разгоняем лимфу. Массируем шею и делаем замочек назад, вот так вот, видите, с другой стороны. Движение боковые, растягиваемся. Достаточно по 5 раз. Наклоняемся. Наклоняемся правильно. То есть вот так. Вниз. Бережем свой позвоночник. Растягиваем задние мышцы бедра, шею. И также мы встаем обратно. И ноги. Растягиваем передние мышцы бедра, голеностопы. Ну, и такая легкая пробежечка на месте. Начинаем с легких таких движений. После пробежки я тоже запишу упражнения, которые нужно делать, и выложу их. Что делать после пробежки, чтобы уже загармонизироваться, успокоить свой организм. До новых встреч!